Продюсер Дженнифер Хиббард, а режиссер Энди Найт. Свин Сити. Засвинячим им металл. Привет! Послушаем хэви-метал! Что может быть лучше? Тусоваться с классными парнями и слушать музыку. И есть завтрак. И есть свой завтрак. Эй, это мой завтрак. Ну так был твой, а стал мой. Привет! Все мы знаем, что только одно может сделать этот день еще прекраснее, верно? Ну да, мой съеденный завтрак. Итак, друзья мои, орите громче. Что нам нужно? Что приготовили там всегда на лучшей радиоволне HR-666-FM? Раз так, для вас самые забойные хиты всех времен! Ура! Круто! Конечно, я восхищаюсь зодчими, возводящими стену звуков. Но сам я не строитель. А вот и Брайан. У него более тонкий слух и вкус. Видали психов? Мало того, что они убивают мозги своим грохотом, они еще танцуют как... как психи! Эй, Дебуар, урежь этот мусор! Я сказал тебе, чтоб ты глушил этот мусор! Что? Хочешь наш мусор? Класс! Получи! Сдай на свалку, заплатят! Выключи! Я сказал! Хочешь, чтобы я тебя наказал? Да с удовольствием! Ой, эй! Вы достали меня! Ладно, посмотрим, чья возьмет. Очень скоро прикроется это ваше идиотское радио. Эй, что это он сказал? Не знаю, его папа владелец станции. Может, что-то ему говорил? Плохие новости, друзья. HMRFM закрывается. Что? Что? Потому что слушатели больше не любят хэви-метал. Вот так. Да... Это же полный бред. Так где же мы теперь найдем металл? Пойди и на свалке посмотри. Там? Крутят хэви-метал? До школы у меня есть время, а третий урок рисования, так что... Не спешите, мисс Деборов. Работая в канцелярии школы, вы получите доступ ко многим школьным тайнам. А доверие, согласитесь, обязывает. Школьные тайны. Интересно. Поднимите правое копыто. И повторяйте. Я, добропорядочная Марта Деборов, перед лицом уважаемого замдиректора, клянусь не разглашать любую информацию о студентах и преподавателях, особенно преподавателях школы Баркли и ее подразделений. Что? Далее, я, Марта Деборов, клянусь поддерживать репутацию школы Баркли и ее уважаемых учителей. Я Марта Деборов, ла-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 
мной приняты. Сперва вам придется нелегко, но я введу вас в курс дела. Это школьный степлер. Он требует осторожного обращения. Это почта учителей. Осматривайтесь, я вас оставлю. Мне тут очень понравилось!
Львовский, Ленинов. Тут все по алфавиту. Посмотрим, что же пишет мистеру Сфинксу. Проспекты, проспекты, реклама, разводное письмо, журнал «Хронический Нурез». Журнал «Хронический Нурез»? Он писается! Вот что значит доверие! Да здесь вся грязь, чистое золото! Класс! Это для меня самый священный момент! Да, я бы с радостью помог вам. Металл — моя жизнь, разве нет? Да, старик, это и наша жизнь тоже. Что я могу? Я всего лишь директор. А владелец сказал, что никому не нужен наш дурацкий металл. Да, но ты бы взял и это дело раскрутил. Можно создать общественное мнение. Да, запрись в диджейской будке, вруби металл и крути, пока босс не сломается. Я бы с радостью, но моя старушка вот-вот заедет за мной. Она рвет и мечет, если я задерживаюсь. Выше голову, друг. Металл всегда и везде пробьет себе дорогу. С металлом все будет в порядке, уверяю. А вот и она. Бегу, пока. Как быстро здесь проходит рабочий день. Завтра буду как штык. Марта, хочу кое-что у вас спросить. Скажите, что вы думаете о парковках? Ну, скажем так, я их люблю. То есть парковки всегда у больших магазинов, а я хожу в эти магазины за покупками, так что парковки я люблю. Все, ответила. Спасибо, Марта, за вашу помощь. Чокнутый. Папаша нашел ее на распродаже. Она была сломана, но я поставил насос. Вот. Ого! Это же аэрокровать! Что за неправильный у нас город? У парня есть суперкровать, но нет хэви-метал-радио, под которое можно оттянуться на этой кровати. Забудь ты о радио. Все дело во владельцах радиостанции. Им нет дела до ребят вроде нас. Одни рейтинги. Жаль, что мы сами не можем создавать эти рейтинги. Ты согласен? Эй, и Брайан, что это? А? Раздобыл на интернет-аукционе. Это передающее устройство. А проще? Это радио. Ты понял? А? А? Эй, погодите-ка. Выходить в эфир без лицензии нельзя. Да? А что нам будет? Штраф? Посадят в тюрьму? Вот-вот. Это самое и будет. Но мы будем включать хэви-метал. Раз его не слушают, кто поймает? У тебя железная логика, Реджи. Класс! Майки, ты будешь менеджером, а Брайан будет техническим директором. А я диджеем. Мы докажем, что хэви-метал жив, даже если умрем. Металл крут! Эй, технический директор, когда мы выходим в эфир? Постой, я сейчас налажу сигнализацию. Что-что? Ну, если кто-то попробует засечь наш сигнал, она должна сработать. Не знаю, как ты это придумал, но ты спас хэви-метал. Итак, приступим. Мы выйдем на частоте HMR-FM. Ну, все, ребята. Была не была. Это Ред. Хрюндер. О, нет. С вами Хрумет. Диджей с металлом в голове. Впервые в эфире играет классный рок-н-ролл для свиной молодежи. Итак, внимание! Друзья, свинки и свинтусы, раскройте уши, и я волью в них в расплавленный металл! Эй, Майки, где плеер с диском?
Окей, ребята. Вот вам самая последняя версия свиньи Шиза нового века. Алло? Привет, Стик. Я рад, что ты с нами. Погоди. Алло? Да, Боб. Ты говоришь, что слышно отлично? Первые звонки. Только Боб и Стик. Но парни в восторге. Вот класс! Зарплаты учителей. Что-что? А я еще ною, что мне очень мало платят. Ой, ах! Ну что мне делать с этим геморроем? А, очень интересно. Эй, Марта, что за кислое лицо? Проблемы с работой? Тоже мне работа. Слушать, как противный Лардес постоянно брюзжит о своих мерзких болезнях. О, правда? Расскажи мне. Это что? Наш счастливый билет. Ты читай, читай. В эфире наша новая рубрика «Хрумет стирка». Секреты об учителях школы Баркли. А известно ли вам, слушатели, что математик страдает энурезом? Дальше будет больше. Бедный, бедный мистер Лардес. Алло? Почему он вечно ходит туда-сюда? Ему трудно садиться. А вы слышали новость по радио? А? Геморрой! Геморрой! На сегодня все. Не отключайтесь, Хрумет с вами. Слушайте только нас. Мне кажется, мы нашли свою аудиторию. Геморрой! Геморрой? Хрумет так сказал. Хрумет все знает. Какой Хрумет? Ой, здравствуйте, мистер Лардес. Нашла это по дороге в школу и вспомнила вас. Мистер Геморрой, то есть мистер Лардес, Хрумет сказал, что это вам обязательно должно пригодиться. Кто такой этот Хрумет? Это диджей. Он говорит гадости про всех наших учителей и ставит в эфир самый отвратительный металл. Теперь все ясно. Ну, сплетни забудутся. 3 дня, и уже никто не вспомнит, кто такой этот Хрумет. На следующей неделе. Хрумет крут! Ура! Ну, хватит. Уже завелся фан-клуб Хрумета. Газетенка. А еще есть футболки. Я знаю. На этих футболках написано «У нашего замдиректора геморрой». Ура, Хрумету! Когда-нибудь это закончится. Скоро эта слава его же и погубит. Эй, вы, придурки! Прекратите, наконец, свои глупости! На сегодня все, пока! Марта, дорогая наша, просим к нам в студию. Не подлизывайся! Получается, что из-за вас я нарушила клятву о неразглашении. Я хочу попасть на доску почета за честный труд. Но, Марта... Ты не разжалобишь меня, ясно? Я решила послушать умника Хрумета, чтобы понять, из-за чего весь этот сыр-бор. И что же? Молчать! Так вот, я узнала твой голос, Реджи. И он болтал в эфире о вещах, которые я рассказала вам по секрету! Я сейчас объясню, просто... Теперь сами находите грязное белье для стирки! Марта, вернись! Забудьте! Я должна записать колыбельную для физкультурника, а то он завтра не заснет после обеда! Иди к микрофону, сейчас принесу тебе копию. А физкультурник не может заснуть без колыбельной песенки. Вы должны денно и ночно ловить в эфире радиосигнал негодяя Хрумета. Вам ясно? А мне он нравится. В чем дело? Он тебе нравится, Добби? Что ж, хорошо. А как тебе понравится жирный кол по математике? Нет, тогда я стану изгоем. Или еще хуже. Это и вас тоже касается. Все за работу!
Когда я поймаю этого Хрумета, он у меня попляшет. Попляшет. О, супер! Надоело! А это что такое? Автостоянка всего мира? Лардес хочет заказать целых 50 тонн цемента? Ой, как интересно! А? Что это? План номер 3. Рост доходов на 44% за 7 лет благодаря парковкам. Благодаря парковкам? Да как он мог? Как я так оплошал? Я же всегда хорошо маскирую. Ну да ладно, потому что завтра уже никто не сможет помешать бульдозерам. Что? С кем это я говорю? А? Мистер Лардеш, готов наш радиопеленгатор. Отлично! Вперед! И что же мне делать? Я поклялась хранить тайну! Вроде бы. Все равно в это никто не поверит. Не ходи! Ты мне действуешь на нервы? Прости, но я боюсь, что мы скоро растеряем слушателей. Нам больше нечего им сообщить. Ничего, они перебьются духовной пищей. Железо придает сил, так что пусть едят металл. Когда он выйдет в эфир, мы сразу засечем его сигнал. И тогда найдем его в два счета. Друзья, мы снова в эфире! Я Хрумет, сейчас наполню ваши уши чистейшим металлом! Вот он! Это он! Откуда сигнал? Уже подъезжаем! Давайте, поймайте его скорее! А сейчас... будет музыка нон-стоп! Только музыка и никакой болтовни! Но ведь это собьет нам рейтинг! Итак, мы начинаем с супер-хард-рока группы Хрюк и их последнего шедевра в трех частях «Писк». Эй, а может не стоит? А, Марта, с новыми сплетнями? Хе-хе-хе, нет-нет, шучу. Наверное, я не должна. Нет, это же важнее доски почета. Лардес! Он хочет превратить поляну перед школой в автостоянку! Что? Тревога! Эй, отключаемся быстро! Но мы должны рассказать об этом всем! На нас поймают! Ну все, попался! Хрумет у меня в руках! Какой ужас! Он пропал! Он пропал? Если вы сейчас же его не поймаете, все вылетите из школы! Будем молчать, а то нас быстро засекут. Ну и что с того? За решетку посадят, да? Могут. Но как же нам сообщить всем ученикам об этой автостоянке? Я знаю, что делать. Но только если Хрумет готов работать в экстремальных условиях. Слушай, мое любимое радио прикрыли, за нами по городу гоняются придурки, а теперь еще Лардес отбирает у нас единственное место, где нам можно оттянуться. Давай микрофон и начнем. Вы умеете обращаться со степлером, мистер Лардес? Прошу, научите меня его заправлять. Ну, это просто. Открываете крышку, оттягиваете пружину назад... С вами Хрумет, и я в последний раз в прямом эфире. Последняя скандальная новость. Замдиректора хочет разровнять нашу поляну, чтобы построить автостоянку.
Бегите скорее туда! Остановите его! Я прощаюсь с вами! Металл Крут! Ну, и что? Ждем. Надеюсь, что они слушали Реджи. Весь город собрался здесь. Госпожа мэр, какая честь принимать в этих стенах самую именитую нашу выпускницу. Перестаньте. Я услышала новости, специально приехала, чтобы сказать, если вы превратите поляну в стоянку, можете убираться из города. Вы неправильно поняли. Я никогда... Все. Дорогие сограждане, я объявляю этот день днем Хрумета. Днем всеобщей радости и отдыха на свежем воздухе. И музыки. О, да. И музыки. ХМР-666 снова в эфире. Правда? Правда, Хрумет доказал, что и у Металла очень много поклонников. Мы все должны сказать ему большущее спасибо. Он спас Heavy Metal и нашу мечту. Самый счастливый день в моей жизни.